Всех приветствую. Давно не было на канале данной игрушки Smashing Foam. Но сыграем каточку. Я тут в новый клан перешел. Вот такие, видите, у меня рекорды. Почти 3000 рейтинга. Что довольно-таки неплохо. Ну и посмотрите на мою команду. Почти в фулах вся. За исключением этого зомби. Редкий персонаж. Давайте шары откроем. Глянем, что падает. О, видите, если максимальный персонаж, то карты конвертируются в золотые монеты, в валюту. Что довольно-таки неплохо отражается на бюджете. Видите, синий шар вместо 90 монет, 109 и 226. Поехали. Значит, у нас есть миссия. Сыграйте 2 матча. Золотая лига, если что, у меня уже есть. То есть 2800 это нужно, но имеется уже такой уровень. Расстановка какая-то идиотская, если честно. И мне дали фуловую команду. Смотрите, против меня выставили всех 18-х. Ох-ох-ох, как говорится. Плотно. Ну ничего, мы сейчас нормально зажмем. Вот. Далее у нас зомби бьет. Ну, я думаю, такая тактика, что мы сначала сносим варвара, потом сносим... Или сейчас... Давайте так сделаем. Сейчас лучницу заберем. Варвара тоже забираем. Очень тонкий ход был, что мне понравилось довольно-таки. Четкий расчет. Напишем, ну, что это круто. Ну и сейчас он будет забирать, наверное, бомбера. А может и нет. Посмотрим. Тогда... О, отлично, встали. Значит, бомбер забирает лучницу. И мы чуть-чуть... скребанем с келетона. Отлично. О. Далее забираем Йети 18-го. 1400 здоровья у Йети. Отлично, встали. Йети. Эх ты. Должен был отлететь на бомбера, но... чуть-чуть не хватило. Главное, что бомбер закрыт. Отлично. Итак, сейчас Галимас бьет, добивает Йети. Я думаю, что вот так вот хватит нам. Йети на один удар 119 и скелет 144. Напишем ему удачи. И посмотрим. Ну, дабл килл. Красиво. Красиво. Фуловая команда затащили. Получаем шарик золотой. У нас, кстати, открыто 1901 шар. Это... офигенский результат. Далее идем. Последний матч. Надо по-быстрому затянуть. Тут есть 15-й паладин. Ага, отлично. Ну, мы можем забрать сейчас бревно, в принципе. Да. Пролезаем туда. Наносим бревну 1000. Осталось 1700. Просто надо всегда по максималке забирать персонажей. Стараться, по крайней мере.
так вот сейчас сделаем. Ах ты ж, ё, не выкатился. Вот зараза. Ладно, сейчас посмотрим. Так, галимас в откате. Давай попробуем вот так вот дать. Отлично, отлично. Все, бревно потухло. Этого мы гоблина 500. Ну, в принципе, тоже на удар. И останется пират. Ну что, неплохо. Неплохо, неплохо. Давайте попробуем сейчас дать пирату прикурить, так скажем. Угу. Ну, в принципе, я думаю, что сколько там по нулям. Сейчас попробуем выкатиться, конечно, но если получится. Давай вот так сделаем. Динамит. Ну, мы, конечно, сглупили, оставив синего, но лучница тоже хороша. И сейчас мы дадим. А вот так вот сделаем, смотрите. Трипл килл хотел, пожадничал. Ну ничего. Можно было затянуть, но мы не затянули. Хотел просто красиво попробовать. Получаем финальный шар. Смотрим его. 2000 монет. 970 монет. Так, отлично. 243 монеты. Ой, карты. 22. 29. Зомби. И последняя. Банша. Три вампира. Вот такой вот у нас коллектив. Ну что, на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Вот такой вот был небольшой день битв. Пока-пока.